Не надо нам принимать и... А, все, стартануло. Я уже начал. Круто. Ебать, скорость, Андрей, ты гнал на... Ты гнал на платформу, Фейс. Да. Это лучше, топ лучше тут. Оверфроу такой чувак, оттуда сидит. Он тоже на заднем плане? Да, кабель чисто. Блин, у меня нет. Там играет чел с ником Дитя Рак. Ну, так-то да. Это я осознал, что играет чел с ником Дитя Рак. Опа! У него, жестко, кажется, жестко. Нету это самое людей, стоп, которые кнопки. Могут тормознуть его, когда у него лич в голове. Жестко что-то, ребят. Мы так и не определились с кодовым словом. Да, но... Я предлагал махровую сливу. Да, какой нахуй хорошее кодовое слово. Так, ну что? Как бы, так как мы стримим, может быть, у нас будут частичные обучающие стримы. Мы сейчас будем объяснять, почему мы пикаем того или иного героя, да? Мы берем кентавра, потому что он имба, потому что гуль... Гуля, потому что он тоже имба. И они кентавров, вместе синергию. Потому что... А, ну да, все правильно. Мы берем две синергии. Имбы. Все верно, да. Все. Которые сейчас синергируют друг с другом. Синергируют, все верно. Да. И это очень простая синергия. Да. Вот у врагов сложная синергия. Купол, хуюпол. Бойт проебался, все, до свидания. А за гулять кентавром, ты как проебешься? На месте топнешь? Но мы же не в пятом классе, ебаный рот. У нас рабочая схема. Поменьше мат, Александр, поменьше, ну что-то. А, ну извините. На, тут уже на 1050 смотрит, наверное, на этот стрим, а ты как стрела. Я тебя манго залил. Тот Мирана у нас. Хорошо. А что, мы не можем убить? Я тебя ульдам еще. Пойдем, Т2, может, кто-то? Да, я иду. Ну так, лезь. Тролля нашел. В принципе, его убили. Хотел в тебя залезть, тут эта банка прилетает. Да, банка неприятно залетела. На базу ушел. Но мы справились с этим войдом. Мы его убьем. Ну, мы вышку убили. Могу нажать кнопку, если. А, кстати, у нас кнопка там была. Лич пока походу. Пятый. А, точно, у нас была кнопка. Мы забыли про кнопку. Ну, хотя я так я вниз лечу, котик, мне кажется, вообще не прав. Котик, да, но котик идет на... У меня армлет уже есть. Ну или вот этот. Можно не убить прав. любого. У нас вот, кнопка смотри, на рано! Я не пойду, я не побегу. Кнопка рано. Да, там я... это, надо... Не, ВД отошел. Войд без купола, правильно? Да. Или да. Нет? Вообще уже скоро будет. Застанешь, и мы его убьем, по идее. Скоро будет. Вот, да. Ребят. Ну скоро купол будет, есть, сказал, там точной инфы не было. Я, кстати, лечу к вам наверх, раз такие дела. Не, там в принципе так нормально. Сзади еще, Мирана. Киса. О, я хотел застанить. Ладно, ничего страшного. О-о-о! Тут вард стоит. Что много людей. Че, будем? Я в спину захожу. Вард сломай здесь топориком. Не на того-то напал. ВД. А этот парень куда зашел? Я за даггером быстро побежал. Хотя нет, тауэр сначала. Даггер курит вниз. Блинк не палим. Да похуй. Я просто встану сейчас где-то. Можем распрыгнуть, честно. А, Риос курот. Купола нет, на самом деле. А, они снизу. Всей семьей в невидимости. Так, сейчас я... Ой, не люди. А можно вниз пойти, Андрей? Что вы делаете, скрой? Я пытаюсь кнопку это найти. Все, Андрей, в порядке. Все, да. Расслабься. Я вардики хочу принести. Значит, на миде все будут, мы без снайпера. Планите зенвеза, кота. Опа, что ж ты не сказал-то ничего. Вообще, я не думал, что мы убьем ее. Значит, на миде все будут, мы без снайпера. Плани без инвеза, кота. Опа, что ж ты не сказал-то ничего. Вообще, я не думал, что мы убьем ее. На меня тут выебывается немножечко. Ты, по-моему, все. Ты умер, Андрей. Смотрите, что могу. Ладно, гоу ты идем, подождем всех. Ого-го. Полный ты реально можешь. Настроить курьерчика. Подойдите, Бабуда, назад чуть. Угу. А вы все. Там собрались бухать, Шрайн? Нет, так нет. Я тихо верю. Окей. Или барак просто. У меня сейчас будет даггер. И больше котика. Всех ебошим тут. Хорош. Трон сломаем? Трон? Наш трон. Давайте, вообще. Че бы и нет. Пробуй. Фулл ДПС. Тролля Толю можем?
Nice. Можем. Почему бы и нет? Победа! Кабу! Не самый. Так, а что там? А мейджор когда будет? Мы выиграли уже, да? Да. Сейчас мы с менеджером свяжемся, чтобы он эти билеты начал заказывать. Дорогой, спасибо большое. Я сегодня не особо как бы отвлекаюсь, как бы на это все, сам понимаете, дело серьезное очень. Даже донаты отключил, чтобы не мешали. Да, да, поймите на стримеров. Все потом, после того, как мы выиграем или нет, обязательно все будет. Только мы выиграем. Да. Андрюх, что-то какой-то ты этот самый. Да я ж прикалываюсь, Сань. Я-то просто знаю, что это easy квал для КБУ. Понял. Короче, Володька пишет, Синг-Синг замашнил, что мы играем евроквалы вместо СНГ. ОФК мы не специально и дисквалифицировал нас. Погружение на дно ушло без луза. Чего? Что случилось? Ну, не знаю, есть типа СНГ какие-то квалы, да? Но мы СНГ квалы играем. А Володька пошел на европейские и Синг-Синг замашнил, типа ему утихло. Да ладно. Блин, не зря я ему давал репорт за игру на Текисе. Ну типа, что за бред? Я даже видео смотрел. Ярик, вот смотрел одну твою эту самую, как его? Мы можем его там случайно убить? Тут типа трое в миде, я пока уйду отсюда. Пойдем Магнусом попробуем вжарить? Да, да, да. Если не получится, раздем наш райн или опыт украдем, или еще что-нибудь. Сделаем. О, накрутишь? Да. О, он заюзает. Давай бить его. Че нам? Давай, пусть на базу идет. Да-да. Пускай валит отсюда. Может догоним? Так, тут крипов можно на него добить, вот этих. И тут еще идет друг. Я бы крипа добил. Я взял. Так, слушай, а, ничего-то это, я с них сейчас... Я в ту сторону побегу. Давай. Кто там встретит. Правильно. Ну все, мы ушли отсюда. Нам бы, может, самим, ну тебе, может, самому на шрайне. А, слушай, они что-то хотят дальше делать. Ну, вроде нормально. Там много маны у Огра? У Огра? Не, у него нет. Зайку. Я шрайн завезу. Магнус, короче, бегает, его бы добить, убить. Я пошел за ним. Да, а он под тавер, нормально. Уже. О, у меня что-то игра подвис. Спасибо, Аня, брат. Что, нормально? А мы и не против. Давай его? Давай. Сайленс есть. Можем еще второго, если есть возможность. Есть. С диспель с него этот? Горелку? Да я живу. Нет, не живу нихуя. Не живешь? Или живу? Блин. Нет. Опа, тут враги. Враги что-то хотят. Ну, снизу пизда, или что аркан там? Руна. Но если скаймак... Ой, я за аркан поехал. Может... А, нет. Пашка нажала смок и аркану взяла, так что там пизда вам. Ой. ДД, аркана, ой, смок. Ой, лети отсюда. Хорош. Ну, это нормально. Так-то. Она тут пускай с ДД. Или Магнус. Ну, любого, короче. Давай верно. Давай верно. У меня гонится крип. Она живет. А ты идем? Уходим. Вам идут все. Я просто тоже покажу, на самом деле. Можем какого-то вот этого челика. Можем. Или вот на... Меня даггер сбили. У них вар, да, вот скорее всего здесь. Да. Магнуса, я... Собьешь ему, убьем. Начинай уже. Он поездку совершает. Да, он такой. ВК там еще. Нам тавер надо слушать этот. Да. Я иду. А вот мне верно на топ прилетел. Они реально лесная, братва? За лиманы? Кому нужно, да. Ходить. Мне не нужно. Ну дай. Ох, миссов-то. Ну, все, он мертв. Вот это тоже можно. Да не, мне не больно. Это... Тудип. Я фуловый. Она хочет ульт назад. Нет! Мужчина! Почему капитан? Капитан! Почему? Я за регеном ушел. О! Хорош. Не в рот. Андрей хорош. Я верно. Опять капитан. Опять минус капитан. Почему капитан? Ладно. Байбека, к сожалению, нет. Да, выходит, что так. Нет, не мы можем. Это байт. Блин, ну мы это долго будем так ломать, конечно. Да хватит нажимать, блядь! Извините, я просто манерный. Топ 70. Сейчас Магнус, кстати, они законтролят, и он прыгает. 60 урона с каждой атаки. Там же это, типа, всякий периодический дэмэдж тоже считается, по идее. Против птичек визажа вообще имба.
они просто не бьют. Да. Но он не работает против много чего, например. Так, а чё, где радость? КПУ! Хорошо. Хорошо. Прежде всего, это же моральный дух. Да.